Копию чудотворной иконы привезли в Донецк. Неделю она пробудет в Спасо-Преображенском соборе. Подлинник хранится в греческом монастыре на горе Афон. Там же написали это изображение. Несколько подобных копий существуют и в России. По словам отца Алексея, в соседнем государстве даже не оригинальные полотна считают чудотворными и были случаи исцеления. В Донецкую область икону привезли по инициативе митрополита Илариона. После угольной столицы ее доставят на постоянное хранение в Горловский храм. Паломники непрерывно, по чуть-чуть подходят к иконе, имеют возможность приложиться, попросить о своих сродниках как о здравии, так и о упокоении. У каждого на сердце есть какая-то просьба, есть какое-то благодарение, либо просто словословие к Богу, ко Пресвятой Богородице. Надеждами попросить мира, покоя в душе, смирения в сердце, терпения, удачи детям, внукам. Мы ребенка просили. Да, это у нас наболевшая проблема, мы только к Богу можем обратиться.